Всем здорово! Сегодня будем чинить датчик уровня воды. Вот так оно тут из таких деталей состоит. Такая колба пластиковая. Внутри был установлен гиркон. Ну и видите, что с ним произошло. Я не знаю, то ли перегрелся, то ли коротнуло. Ну, когда я разобрал, внутри вот этой колбы была вода, вылилась. И вот эта вся замазка, которая, ну, тут была намазана, плюс бумага была все мокрая. Давайте посмотрим, из чего оно состоит. Получается, сам поплавок внутри, вот видите, такое темное колечко, это магнитное кольцо, гайка и вот такая шайба, которая ограничивает движение поплавка. В общем, что мы будем делать? Купили новые гирконы, вот один такой же точно, другой чуть-чуть побольше. Вот такого плана сейчас будем менять. У нас этот поплавок стоит в этой печи, там, расстойке, че как она называется, для того, чтобы тесто подходило. Вот вчера мы там ковырялись, выбил автомат, включили саму эту печку, и потекла вода, поплавок не сработал. В общем, вот сегодня будем перепаивать гиркон и настраивать сам вот этот поплавок. Так, проверяем, будет ли работать магнит. Ну так, наверное, давай мы гиркон внутрь засунем. Да, хватает ему силы. Все работает. Опустим. Теперь кольцо надо повернуть вверху ногами. Так, поворачиваем. Цепляйся. Вверх поднимай. Работает. Ну, мы, в принципе, можем поставить и побольше гиркон, и поменьше. Тут просто, ну, в зависимости, какие контакты. Тут контакт такой небольшой. Отпаяем старый гиркон. Раз. Ну-ка, дай-ка чуть-чуть припойчика, а то что-то то ли лыжи не едут, то ли месяц июнь. Так, батарейки надо. Будем делать точно так же, как и было, такую же длину. Так, здесь у нас вот так. А здесь вот так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Какой-то купили нам неудачный припой. Ни хрена не липнет. Наверное, китайский. В принципе, вот так пойдет. Я думаю, будет нормально. И давайте теперь попробуем, как оно будет работать. Вот мы установили до упору. Устанавливаем наш поплавок на место. Подсоединяем тестер. Один, второй. Так. Оп. Всплыло. Так, замкнуто, поднялось, разомкнулось. Так, а можно переделать по-другому? Меняем поплавок другой стороной. Так, у нас разомкнуто, а так замкнуто. Ну, тут уже на выбор, кому как, кому что нужно. Ну, в общем, вот так починили мы наш поплавок. Сейчас зальем сюда герметик и можно его возвращать на печку, чтобы
продолжалась работа. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, до новых видео и до новых встреч. Всем пока.